Гори оно все огнем. Чтобы эта фраза не исполнилась в буквальном значении, прокуратура Темниковского района организовала проверки в сфере пожарной безопасности. И не зря. Несмотря на введение в Мордовии пожароопасного периода и еще свежие воспоминания о лесных пожарах в заповеднике прошлым летом, администрация сельских поселений исполнять требования законодательства не торопится. Одно из нескольких нарушений – неочищенные прилегающие к лесным массивам территории. Выявлены факты отсутствия опашки населенных пунктов, в том числе населенных пунктов, которые примыкают к территории Мордовского заповедника. Для устранения нарушений в суд направлено 6 исковых заявлений. Проверку не прошли и трое владельцев пилорам. На них не было даже элементарных первичных средств пожаротушения – огнетушителей. Для устранения нарушений хозяйствующим субъектам внесено 3 представления. В отношении ответственных лиц вынесено постановление по части 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Как добавили, в Темниковской прокуратуре они обязательно проконтролируют, как будут исполнены все решения. Дарья Баргова, программа «Происшествия».